получается, знакомство с Калининградом начинается с бомбоубежища. Вот. Электростанция у меня, на всякий случай. А тут у вас можно прям жить? Ну, конечно. Бомбоубежище. Нет, это не музей. Это самый настоящий жилой дом, построенный еще во времена Германии. Здесь живет мой двоюродный дедушка. Вместо подвала или кладовки у него бомбоубежище. Дедушка очень позитивный человек, но все равно в этом жутковатом помещении полки у него не пустуют. Здесь у нас продукты. Да уж, но такова жизнь. Для пожилого поколения Вторая мировая с ее страшными бомбежками не настолько далекое прошлое, как для нас. А мы дальше исследуем старый немецкий дом. Здесь до сих пор деревянная лестница. Я, пожалуй, первый раз по такой поднимаюсь в жилой многоэтажке. А еще огромное окно на все три этажа. Но настоящее Калининграда – это не только его прошлое. Времени немного, так что надо поспешить хоть что-нибудь посмотреть. Калининградская область – это край янтаря, а в региональном центре работает единственный в России музей, посвященный окаменевшей ископаемой смоле. Он открыт в 1979 году в башне Дона. Она была построена в 1853 году в виду оборонительных сооружений, которые сделаны в Калининградской крепости. Свое имя Дона получил в честь генерал-фельдмаршала русской армии Фридриха Карла фон Дона. Во время наполеоновских войн он сражался вместе с русскими бойцами, когда Пруссия и Россия были союзниками. Фортификационная башня, в которой расположился музей, не менее интересна, чем сама экспозиция. Сводчатые потолки, низкие дверные проемы, много лестниц, а окна, если есть, то совсем маленькие. Здесь царит атмосфера загадочности и таинственности. Мне кажется, все это дополняет ореол янтаря, который еще называют слезами моря или даром солнца. А вот прагматики скажут просто: на свету янтарь портится быстрее, так что в башне ему самое место. Итак, что же от музея ждать посетителям? Конечно, здесь можно увидеть образцы янтаря. Разные по весу, цветовой гамме и прозрачности. Но для неэкспертов камни и камни. Гораздо интереснее рассматривать вот такие, с заточенными в смоле насекомыми. Это, между прочим, редкие экспонаты. И имейте в виду, когда вам продают подвеску с таким четким, хорошим жуком, скорее всего, к янтарю камень не имеет отношения. Иначе бы он стоил баснословно, а выставлялся разве что на аукционах или в музеях. В коллекции музея есть изящные шкатулки, такие дарили в прошлом императрицам. Вот огромная ваза. Из тонких пластинок мастера создавали даже корабли. А здесь целый янтарный оркестр. Забавные существа в цилиндрах играют на скрипках и виолончелях. На первом плане пианист вот-вот ударит по клавишам своими янтарными пальчиками. В этом же музее выставлена и самая большая в мире янтарная мозаика. Называется «Русь». Ее Александр Журавлев. Он 16 лет руководил работами по созданию янтарной комнаты в Санкт-Петербурге. Почти 3000 колорированных, то есть подкрашенных пластинок янтаря. И когда занимался Александр Журавлев работами по созданию янтарной комнаты, конечно, он осваивал все эти техники мозаичные. Художники-приверженцы современного искусства тоже любят янтарь. Вот такие магические картины получаются.
знаю, как для калининградцев, а для туристов центр города – это остров Канта и рыбная деревня. Как симпатично здесь. Правда, рыбы почти нет. Нам удалось найти лишь один вот такой лоток. Но и то он больше похож на декорацию, чтобы посетителей заманивать. Сейчас к рыбному промыслу этот квартал не имеет никакого отношения. Все здесь реконструкция и построено уже в нашем веке, но в стилистике довоенного Кёнигсберга. Можно представить, какой красивый был этот город. Но место для этой рыбной деревни вроде бы выбрано не случайно. Говорят, раньше на берегу реки Приголя собирались рыбные рыночки. И вроде бы как сюда горожане приходили за свежим уловом. Ну а сейчас приходят путешественники, тоже за уловом, за впечатлениями. В стилизованных зданиях, гостиницы и рестораны, а напротив самые обыкновенные многоэтажки. Рыбная деревня – милый уголок, но больше похож на декорацию. Конечно, ни о каком духе прошлого речи идти не может. За настоящей атмосферой отправимся в кафедральный собор на острове Канта, или Кнайпхоф, как он раньше назывался. В Калининграде это одно из немногих зданий эпохи еще Кёнигсберга. После бомбежек во время Второй мировой войны собор сильно пострадал. Внутри сгорело почти все. Но снести религиозное сооружение не решались. Дело в том, что у его стен похоронен Иммануил Кант. Считается, что он и спас этот ныне символ Калининграда. Долго на руины просто закрывали глаза. А восстановлением собора занялись лишь в начале 90-х. Ничего себе, какой светлый. Потолки, стены, колонны – все белое. Оригинальное убранство собора почти полностью сгорело во время войны. Сохранились лишь некоторые каменные эпитафии. Окна украшены мозаиками, но далеко не все. Большинство, и это хорошо видно снаружи, они словно заколочены какой-то фанерой. Ну а мы пришли сюда послушать орган. Вот мы и добрались до кафедрального собора, и каждый день в 2 часа здесь проходят органные концерты. Концерт бесплатный, видимо, поэтому надо было быть готовыми ко всему. Например, что в роли конферансье вдруг вышел, та-да-та-там, врач. Мальчик, а ты здоров? Сначала это было забавно, потом надоело, потом стало напрягать. Доктор говорил больше, чем играл органист. Все звучало дико печально, не обошлось даже без фразы «Мы все умрем». Правда, потом врач добавила «Кто-то раньше, а кто-то позже». Угнетающие рассказы ни о чем милая женщина пыталась связать с музыкальными произведениями, наверное, чтобы оправдать свое здесь присутствие. Но выходило все очень странно. Например, она говорила так: «А подумать о сахарном диабете вам поможет Моцарт». Ну какое отношение светлая, жизнеутверждающая музыка Моцарта имеет к болезням? Да, это, наверное, был самый мрачный в моей жизни концерт, и первый, с которого я ушла. Очень странно воспринимается размер этого собора. Когда смотришь на него издалека, он кажется таким весьма компактным, аккуратным и даже небольшим. А вот когда стоишь рядом и смотришь наверх, такая громадина. Исторического центра в привычном понимании, такого, где сосредоточены старинные здания, откуда все началось. Старинный собор там соседствует со стилизованным новостроем, а напротив ничем не приметные многоэтажки. Концерт органной музыки там ведет ужасно грустный врач. Мальчик, а ты здоров?
Среди громады советских построек затеряны башни или ворота фортификационных сооружений еще Кёнигсберга. Как два параллельных мира, немецкое и советское, соседствуют в Калининграде. Знакомство с Калининградом начинается с бомбоубежища. Мы мало что успели посмотреть в этом городе. Я знаю, там еще много интересных уголков, но они не рядом. Среди скучной советской архитектуры они разбросаны по всему Калининграду. В Королевских воротах, говорят, живет настоящий прусский кот. В районе проспекта Мира сохранились целые улочки немецкой застройки. В ресторане «Солнечный камень» подают традиционное кёнигсбергское блюдо – клопсы и копченого угря. Я же из местных деликатесов успела попробовать лишь марципан. Купила такую штучку в марципановом домике, уже в аэропорту по пути домой. Вот этот марципан производят в Германии по старинным кёнигсбергским рецептам. Он и называется кёнигсбергский марципан. Похож на булочку. А нет, марципан. Марципан хорош, конечно, но поводов еще раз посетить Калининград у меня осталось немало.